Воркаут – любительский вид спорта, который включает в себя силовые упражнения на уличных площадках с турниками, брусьями, шведскими стенками и прочими конструкциями. 28 площадок для воркаута установлены в городском поселении Щелково в рамках программы развития спорта за 2 года, в том числе 10 в этом году. Площадки проинспектировал заместитель руководителя администрации Щелковского района Юрий Родионов. Выявил ряд замечаний. Не везде, на мой взгляд, комплексы расположены в том месте, где они удобны для жителей. Второй момент. На сегодняшний день существует проблема, и нам ее нужно в кратчайшие сроки решить. Это поставить на учет эти комплексы для дальнейшего обслуживания. 18 площадок, установленных ранее, также пока никем не обслуживаются. А без этого комплексы малоэффективны, особенно в зимних погодных условиях. Резиновое покрытие обледенело, снег не убирается. Собственные средства на содержание площадок в бюджет городского поселения не заложены. Этот вопрос нужно решать с депутатским корпусом города, причем в ближайшее время на этапе формирования бюджета. Кроме того, отметил Юрий Николаевич, следует более внимательно подходить к выбору мест установки площадок. Чтобы они были не просто какой-то проформой для жителей, а для того, чтобы комплексы эффективно использовались и были полезны для жителей и для подрастающего поколения. Второй вопрос инспекционной поездки зама руководителя – брошенные спортивные площадки. Такие, например, находятся во дворах близ домов Космодемьянская 6 и Полевая 12А. Они удобно расположены, но фактически бесполезны. Несколько лет назад площадки были установлены за счет спонсорских средств, на пожертвования, в том числе и депутатов, но никому на баланс также не поставлены. Вы увидели, что они и не используются, там никого нет, да, там никого нет и летом, потому что площадка находится в неудовлетворительном состоянии, хотя их можно реанимировать и можно привести в нормативное состояние. Так что в ближайшее время, по словам Юрия Родионова, администрация сформирует перечень вопросов и предложений, касающихся спортивных площадок, и передаст на рассмотрение городского совета депутатов. Ирина Микеда, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».